улетел. Ой, ой. Вот квадрат вот этой есть. Вот эти два надо найти. Но! Выбирай. У меня большущая просьба. Слушай, а может эти игрушки не класть, а в руках их нести? Этот мартини надо выбросить. А ну зашел быстро. И объясни Мане, пожалуйста. Сиди, вот ты все портишь. Нет, нельзя гавкать. Да. Тапочка так хочет с Багирочкой подружиться. Вы даже не представляете, как он тут сейчас плакал. Вот так. И так тоже было. Не дружит с тобой Багира, да, пока? А ты так хочешь с Багирой дружить, да? Багир, ну давай немножко подружимся с плёсиками. Посмотри, какие они славные зайчики. Посмотри, какой красавчик. Какой у него хвостик. Не знаешь пока? У него такой же красивый хвостик, пушистый, как у тебя. Как ты считаешь? Посмотри, вот эти вот глазоньки. Глазоньки, которые так хотят с тобой дружить. Улетела, улетела. Ой, ой. Так, нам нужно срочно много лайков, чтобы Багира... все-таки подружилась с Тафи. Котик, как ты считаешь, что когда-нибудь произойдет? Она туда-сюда, мне кажется, его дразнит. Вот серьезно. Надо ее на улицу решила опуститься. Тафи, пойдем. Тафи. Пока Марти не видит, мы выпускаем Багиру. Давай, давай, быстро. Потому что Багира у нас, если ходит на улице, она ходит так... за пару минут. Марти, если у нас выходит, то все. Пойдем гулять, ты же забыл. Мы через тот вход только выходим. Тафи. Она не знает, куда ей бежать. А где она? А, уже наверху? Она как-то раз-раз, и я ее потеряла из вида. Может, у них там вон к месту гнездования? Смотри, вон там много лет. Так, что сегодня мы будем делать? Мы будем делать наличники. Наличники. Мы их попилим. Замерим, попилим, пошлифуем, покрасим. Подожди, вот это разве? Нет, это толстый, слишком там дальше доски. Ага. А это для чего? Это они тут а были? Это оставшиеся доски. Почему? Это же наши. Мы купили. Наши? Это мы столько широкие, купили? Которые мы дополнительно купили на всякий случай. Но они вроде не пригодились, поэтому мы их сдадим. Да, сдадим, правильно. Организуем. Как Стас тут все прибрался, вообще красота. Самокат уже надо скоро убирать в тепло. Так, получается, я буду... Ты напилишь... Я, получается, буду шлифовать как в прошлый раз. Потом что-то грязненький какой-то. Потом я буду красить. Шлифовать можно при необходимости на улице. Посмотреть, как удобно будет. Будет удобно на улице шлифовать. Неудобно, холодно здесь тогда. Потом, получается, мы покрасим несколько слоев. Вот у нас такая красочка. Ну, она, конечно, для внутренних работ. И потом при необходимости перекрасим. Да, нам сейчас просто надо быстрее успеть все это до зимы приделать, чтобы у нас было красиво и тепло. Так, принесли такой инструмент огромнейший. Так, нам сейчас надо... Так, давай ее отсюда еще. Тебе
посчитать вот эту вверх. 90, да, у нас были же там эти штуки? Да. А у нас эти двухметровые, значит, мы сможем спокойно... А почему нельзя той штукой, которую я тогда делала сразу? Зачем нам этот инструмент? Котя, у тебя, по-моему, есть все. Нет. Можно сказать, что это твое новое хобби? Какое? Делать ремонт. Блин, он так клево срезает. Уголочки, офигеть. Прикольно, да? Вообще. Все, а дальше этим шлифом? Угу. Так, и мне надо будет 4 штуки напилить. Ты высчитала, сколько они должны быть по ширине? Не-а. А? Не-а. Я не поняла, как. Котя. Там из 3 углов известен 1. Да. Как 2 выше, я так и не поняла. Так ты зайди в это, в интернете Пифагора онлайн. Но у меня возникли сложности. В чем? Во втором неизвестном. Так его и надо найти же. А третья хорошо. Так эти одинаковые. Там одна сторона одинаковая, вторая одинаковая. А. Сумма квадрат этой плюс квадрат этой равна квадрат вот этой. Вот квадрат вот этой есть. Вот эти два надо найти. Хорошо. Давай, в онлайн. Пифагора. Ну, Котя, когда это было? 7 класса, кстати, геометрия. Да? 6. Так. Вот я залезла. Да, у нас есть гипотенуза. Да. Нам нужна... Нет, подожди, у нас нет, наоборот, гипотенузы. Гипотенуза. У нас есть это... один катет. Нет, у нас есть гипотенуза. Нет, вот, смотри. Мы же говорим про этот угол. У нас есть С. Б и А надо найти. Ты меня запутал. Котя. У нас есть А. Он 95. Почему 95? А, вот этот. Это просто 95. Это... А теперь тебе надо... И получается, у меня нету... 95, наверное. Значит, это 9. А. Это мы про миллиметры говорим. Да, 95. А, я тебе... Ну, Котя. Котя, ты меня запутал. Так, ну вот смотри. Вот это у тебя... Нам надо 50% выйти. Вот эта С должна быть 50% от 95. Вот, смотри, можно вот в калькулятор. Все, я понял. Ты, короче... Что? Вот этот угол 45. Сколько они? 95 пополам. Ну, уже... 50%, ну, попилить до половины. С половиной. А, ну, кстати, что париться? На 47 туда и на 47 туда. И все. Так они маленькие, получается. Угол-то мы можем сделать из любого. Мне скажешь, сколько? Нет, я делаю на меня все будет. Не-не-не-не. Вот у нас, получается, в первом окне, без вот этих вот финтифлюшек. Да. Сейчас я просто объясню, о чем она. Финтифлюшка идет под 45 градусов. Срез идет под 45 градусов, и он идет... И в вот центр. Мы про вот этот вот. То есть мы, я посчитала до сюда. Ну, он в центр идет под 45. Значит... Ты можешь... Можно же не под 45, можно же под любой сделать. Ну, лучше под 45. Да. В общем, давай, считай. Дашь расчеты, по ним напилим. Если ошибешься, ну, мы будем знать, кто ошибся. Нет, Котя. Ну, нет, ну, Котя. А я так, на глаз. Я имею в виду, я вот так вот приложу сейчас. Ну вот эти ваши расчеты, они мне как-то. Где ну, это? Смотри, где уголок? Давай пильнем под 45 для тебя, чтобы тебе было попроще. Давай. Так у нас будет потолще, получается. На этих ты тоже уголки будешь загибать? Да, потом. Вот у нас будет вот так. Угу. Правильно же, да? Соответственно, вот на вот столько нам надо увеличить. Вот и все. Спасибо.
Нет, я про другое. Ее же надо вот переделать. Слушай, у вас контейнера все мои. Мы все забрали, да, папа. Какой ты молодец. Так, Вероника, я только тарелки уберу, но... Убирай. У меня большущая просьба. Вы сейчас температурный режим поменяете, машину если долго оставите, там спрос 8. Почему? Оставите еще на 2 дня. Тепло в дом занесем. Руки помой, пока. Сладкие котики. Так, мы 2 с фонаря возьмем. Или 3. Так, стулья надо забрать. Я, кстати, была уверена, что у тебя стулья все белые почему-то. Не, у меня была на 2. Какая невнимательная. Так, потом ромашку я хотела взять тут. Ой, Кать, тут Рафаэлка есть. Да, можно ее съесть. Как раз 2 штучки. Представляешь, как нам тут было с Рафаэлкой. Что, когда стол ушел, комната кажется еще больше. Офигеть. А может эти игрушки не класть, а в руках их нести? Мне кажется, да. Да. Не надо. Это последний корм, да, вот этот в банках, который? Там еще, да? Ё-моё, он еще тут. Офигеть, а какой у него срок годности-то? 23-й. Между прочим, он до 23-го года. Котя, а? Ты постельное белье забрала из кровати? Нет, я не забирала, потому что я как раз не знала, что забрать. Ой, мне кажется, слышь, Котя, этот мартини надо выбросить. Это не мартини. Точно? Красный? Слава богу. Ты попробовала? Нет. Это не мартини, это какая-то настойка, Ксюхина мама еще что-то делала. Это моя хозяй, нормально, Америн. Вот это я предлагаю взять, а все остальное уже в следующий раз, да? Да, мне кажется, мы все равно все это не заберем. Что-то много всего. Не помню, что-то мне надо было. О! Сойди, жопошник, а ну зашел быстро. И объясни мне, пожалуйста, зачем ты все капсулы достал? Слушайте, сейчас, так, подожди секунду. Были спрятаны. Жопа ты с ручкой, вот других слов нету. Ты еще скажи, что ты сожрал какую-нибудь капсулу. Я, конечно, понимаю, что вкусный кофе, но это как вообще понимать? Так, что у нас тут еще, Марти, рассказывай. Что у нас тут еще? Тут ничего, вот ничего ж не сделал, кроме, понимаете, капсул. Эту закрыли. А капсулы, чтобы вы понимали, они были вот здесь вот. Ну, Тафонька, ты мой сладкий пирожочек, как твой глазик, мой хороший. Кстати, а ты вообще, ты сосиска, такая сосиска, ну, хоть не наделал дел, ладно уж, не буду ругаться. Я не ругаюсь, в принципе, я возмущаюсь. Тафонька, ты мой хороший. Сейчас гулять пойдем, да? Они должны были быть богатыми, старыми, неуверенными в себе, тщеславными, недалекими, блондинками, неудовлетворенными. Почему блондинки? Так уж получалось. Между прочим, редкий мужчина поливает себя парфюмом так обильно, как это делал он. Аромат издалека возвещал о его появлении и долго сохранялся после его ухода. Я работал 6 дней в неделю с 5 утра до 12 ночи.
Два завтрака, два ланча и поздний ужин. Грубость – это всего лишь проявление страха. Люди боятся не получить желаемое. Свезли, как делал сюда. Сам он ужинал один у себя в комнате.